Дорогие избиратели, соотечественники, наступает исторический момент. ЛДПР-25 стоит на защите ваших интересов. Мы были против развала СССР. Мы закрываем перестройку, которая нанесла вам большой ущерб. Но нам нужна сильная власть, сильное государство. ЛДПР всегда выступало за усиление роли государства во всех сферах жизни России, чтобы обеспечить стабильность и спокойствие в стране. Только так можно преодолеть тяжелейшее наследие демократов-реформаторов. Поэтому мы первые выступили за укрепление вертикали власти, за укрепление территорий, за назначение губернаторов и мэров городов. Многие инициативы ЛДПР нашли поддержку и начали осуществляться. Но многим из вас еще тяжело жить. Вы недовольны низким уровнем зарплат, пенсий, пособий, стипендий. Мы с вами согласны. Улучшить положение нам мешают отставные демократы и недруги за границей, пятая колонна, преступные кланы, национал-сепаратисты. Мы сделаем все для улучшения жизни трудового народа. Мы сделаем это лучше, решительнее и быстрее. ЛДПР имеет политическую волю и четкую программу для самых эффективных действий во благо России. Поэтому мы смело идем на выборы 2 декабря. Не оставайтесь дома! Поддержите новый курс на укрепление России и улучшение